Три недели назад бригада государственного предприятия «Автодор» приступила к ремонту дорог в Харциске. На сегодняшний день дорожники уже выполнили четвертую часть работ. Свежим асфальтом закатаны выбоины на дорогах общей площадью 2500 квадратных метров. Для начала восстановили разбитые участки проезжей части самых оживленных улиц города. Улица Первомайская выполнена, улица Дорогомышского выполнена, улица Советская выполнена, улица Адамца выполнена, Краснознаменская тоже выполнена, частично Полупанова выполнена. На сегодняшний день выполнена фрезеровка по улице Вокзальной, Полупанова оставшийся объем, улица Октябрьская тоже выполнена, частично Филатова. Кларицеткин также будет еще дополнительно производиться вырезка. Нахимова улица. Больше 4000 квадратных метров харцизских дорог в настоящий момент отфрезеровано. На улице, где дорожники нарезали так называемые карты, в ближайшее время выведут спецтехнику для укладки асфальта. Не оставят без внимания и трубную сторону. Будет выполнена Бабушкина, переулок Рабочий, также улица Чекалина по трубной стороне, в принципе, которая вообще уже много лет не прикасалась к ним рука, скажем так, к этим объектам, в этом году будет выполнена. Естественно, также будем продолжать, как и ежегодно, уделять внимание и трубной стороне, и в следующем году. По улице Филатова также будет восстановлено дорожное полотно от въезда в Харциск до путепровода. Отремонтируют наконец-то и многострадальную дорогу, ведущую от поворота на мост до развлекательного центра «Чайка». Помимо ремонта проезжей части почти двух десятков улиц и переулков Харциска, будет капитально отремонтировано разбитое асфальтовое покрытие пешеходной дорожки по улице Чумака на Черемушках. За выполнение работ на этом участке отвечает выигравшая тендер подрядная организация «Строй-Сити». От самолета до первого дома. Вот этот участок, который самый был страшный, скажем так, да, по которому уже тяжело было проходить, многочисленные выбоины, неровности. И этот участок фактически будет делаться, ну, можно сказать, капитально. Потому что сейчас идет разборка, потом будут заливать, скажем так, бордюры по над пешеходной дорожкой. А дальше уже будет щебень, как слой подстилающий, и первый, второй слой асфальтного покрытия. Работы там тоже подготовительные. Уже подрядная организация приступила, начинает разборку. Ну, обещают выполнить и по дорогам ГП «Автодор», и подрядная организация «Строй-Сити» по пешеходной дорожке до конца октября. Сегодня техника «Автодора» работала на улице Нахимова. Там, напомним, дорожники намерены заменить 450 квадратных метров асфальта.